Приветствую всех на моем канале. Хотел бы рассказать вам о своем новом приобретении. Это надувная палуба высокого давления от фирмы Time Trial. Первая причина, почему я заказал эту палубу себе. На моем канале есть ролик, который набрал, кстати, самое большое количество просмотров. Там я путешествую по небольшой речке. И когда я уже сплавлялся обратно по ней, она довольно мелкая, местами попадались коряги подводные. И получалось, что я налетал на них. А вот это соединитель фанерного пола, их два, они немного выпирают. И как бы и получалось, когда эта коряга проходила здесь, она оставляла царапины. И причем царапины такие довольно сильные. Одна царапина была чуть ли уже не сквозная. Ну и стингер. Где стоял стингер, он тоже выступал немножко. И тоже была такая хорошая царапина. Вот, пришлось их заклеить жидкой латкой. А с надувной палубой, вот она сейчас внутри стоит, ничего не выпирает. Ну и даже если выпирает, оно не имеет таких острых углов, как алюминиевые части фанерного пола. Поэтому, я думаю, такой проблемы больше не должно быть. Второе, и тоже немаловажное, это вес. Получается, слайни к моей лодке вместе со стингерами весят 11,5, грубо говоря, килограмм. Надувная палуба. Четыре с половиной. Получается, что она легче, чем фанерные слани на 7 килограмм. Соответственно, и лодка по паспорту у меня 41 килограмм весит. И будет весить 36. Что намного легче, когда перетаскиваешь через какие-то завалы или в каких-то местах, где надо ее перенести. Ну и третий большой плюс — это сборка. Я думаю, кто имел лодку с фанерным полом, меня поймет, сколько там усилий затрачивается, чтобы его туда вставить или разобрать. А здесь вот просто засунул, выровнял как надо. И накачал. Правда, рабочее давление у этой палубы
По паспорту 0,8 атмосфер, поэтому придется докачивать через переходничок автомобильным компрессором. Ну вот и все. Раз, два и готово. А сейчас прокачать еще этот киль. Ну, палуба оказалась довольно твердой, почти не уступает фанерной. Приобретением я очень доволен. Всем удачных водных походов!